Лето – самое богатое время на натуральные фрукты, овощи и ягоды. Поэтому три жарких месяца – лучший период для исполнения гастрономических желаний. По устоявшейся традиции, за витаминами бобручане идут на рынок. Цены и ассортимент, несмотря на будний день, удивляют. Есть все. Молдавская черешня – от 8 до 12,5 рублей за кило. Дыня – 6,5. Арбуз – 3,5. Брестская голубика по 20. Черника местная обойдется в 12. Грибы тоже есть. Пока, правда, только лисички. За стаканчик 3 рубля. За килограмм от 13 до 15 в зависимости от точки. Мы привозим черешню из Молдавии. Есть из Узбекистана привоз. И получается, что наши покупатели нравятся наши товары. В этом году у нас очень хорошее качество. Это самое главное. Наши покупатели к нам приходят и покупают хороший товар. Берут не только сладкие и сочные. Продавцы подмечают, прикупить помидоры и огурцы для салатика заходят частенько. С зеленью аналогично. Вместе с тем идут не всегда к индивидуальным предпринимателям. К товарам из огорода и собственного сбора тоже высокий спрос. Ассортимент вишни и черешни представлен не только закупными, но и домашними ягодами. Скажите, почем килограмм вишни? 10 рублей. Наплыв покупателей на рынке обычно ближе к выходным. Но и среди недели около прилавков ветер не гуляет. За натуральным и вкусным к проверенным продавцам приезжают даже жители других районов. Помидорки купили и картошки. Почем взяли? Помидоры взяли за 4,50 килограмм. А картошку? Картошка рубль за рубль 80. Большая. Это абрикосы берем. Ну, а почему именно здесь? А почему здесь? Ну, всякие разные есть. Но я уже эти брала, эти... Намного, вы знаете, они сладче. Приезжаю с Кировска, у нее покупаю. Вот. А что сегодня конкретно хотите купить? Яблоко, дыньку, помидорку сладкую бабушке. За качеством товара ведется пристальный контроль. На территории рынка работает лаборатория ветсанэкспертизы. Каждое физическое лицо перед продажей должно проверить свой товар и получить разрешение. Вся лесная продукция проверяется бесплатно. Всем выдается талон экспертизы. Талон выдается на количество продукции, которое пришло сегодня. На следующий день приходит, даже если с этого места они говорят, мы все равно проверяем всю продукцию лесную. Все ягоды, которые продаются физлицами на рынке, садовые, тоже проверяются. Но так как они с одного огорода, мы продлеваем. Летом рынок переливается самыми разными цветами и ароматами. И пусть здесь не всегда получится найти экзотики гипермаркетов, но своего, натурального, хватает с изобилием. Роман Костюков, Яна Березовская, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.